Лен, я намекал всяко разного, сейчас еще один намечек, может поймешь, мы с тобой месяц уже встречаемся, месяц, понимаешь? Угу. Да это мои яйца, понимаешь? Приложим. Смотри, что я делаю. Качешь. Ну, только катаешь. Под добавь. Качу и что? Подкатываю. Что я подкатываю? Яйца. Чьи яйца? Куриные. Нет, блядь, я сказал же, чьи это яйца. Твои. Да. Я подкатываю свои яйца. Куда? Зачем? Куда я подкатываю? Ко мне. Ну, поняла? Да. Мы уже месяц встречаемся, точно поняла? Ты яичницу хочешь? Блядь, пиздец. Ух, такая голубоглазая непонимашечка. За носик ее взять и прямо корнушечки поднести, чтобы дать ей свой посох великолепной любви, чтобы она же бедная сразу все поняла, ребята. Ну, притворяется. Я понимаю, что это все пацанов, но тем не менее, ребята, ситуация банально просто да нельзя, да? На заднем фоне еще вау, вот это, короче, этот прицепчики какие-то там мурлыкают, так скажем, да? РСПшечка классическая, да, как бы, и он к ней месяц, ребята, месяц подкатывает кокушки свои, она ему ни хрена не дает, еще и дурака из него делать, типа не понимает, да? Ребята, вот я вам честно скажу, да, вот, два раза максимум могу, как бы, не то чтобы предложить, как бы, там, и попросить, это вообще, боже упаси, просить ее о сексе, это надо только еще додуматься, да, как бы, там, предложить, как бы, да, вот, намеками, знаками внимания, как бы, два раза, то есть, первый раз она, возможно, да, может, не поняла, как бы, да, но второй раз, когда я это сделал уже более явно, как бы, ну, она по-любому поймет, то есть, ну, 100%. И она там дурочку включит, типа, ой, там что, а? Ну, короче, ну, понятно, да, как бы, лесом, полем, иди, короче, куда-нибудь, ну, нафиг мне там, зачем? За одной пиздой, я извиняюсь за свой французский, но тем не менее, бегать месяц, потом еще ей объяснять, типа, что я тебя хочу проникнуть в твою дырку, да, как бы, ты не понимаешь, вот, зачем? Это ж сколько надо жизненной энергии туда потратить, ребята, а? Когда вон такая же какая-нибудь, ну, голубоглазенькая непонимашка такая же, только будет понимашка она, да? Ты взял как бы ее и чпокнул на первом же свидании. Зачем вы подкатываете, вот не то, что подкатываете, а вот месяц бегаете за ней. Ну это же просто ужас.